человечке, который держит в руках эмблемы официальной советской культуры, являясь частью больших таблиц в произведении Гриши Брускина «Фундаментальный лексикон». За этими словами и символами конкретная жизнь всей страны, прошлая жизнь. Рекорд. Ин си ну. А это уже слова из лексикона современного искусства. За этими словами тоже жизнь. Творческая, экспериментальная и всегда новая. Бика. С этими терминами вы познакомились в первой части. Открытый урок, где в роли учителей выступают сами художники, продолжается. Сегодня ваш словарный запас пополнится еще несколькими понятиями из лексикона современного искусства. А это значит, что непонятное может стать еще немного доступнее и ближе. Нам Джун Пэйк. Вряд ли найдется среди нас тот, кому сегодня не знакомо словосочетание «суперстар». Что такое суперзвезда, знает даже ребенок. А как и откуда оно появилось, пожалуй, знают немногие. В середине прошлого века его придумал художник, имя которого сегодня у всех на слуху. Уорхол. Энди Уорхол, который увидел надежду на вечность и на то, что будет всегда одинаковым, будет всегда одинаковым к счастью. То, что, к чему всегда можно вернуться. Неизменный вкус Кока-Колы, неизменный вкус растворимого супа. Для него это было счастье. Во-первых, икона, во-вторых, мастер создание икон. В качестве дополнения. Энди Уорхол – американский художник, чья невероятная популярность связана с модернистским течением поп-арт. Поп-арт – общедоступное искусство не только по определению. Это самое, что ни на есть размытая граница между искусством и реальностью. Благодаря Уорхолу визуальный образ стал знаком, а сам художник превратился в икону. Нео – приставка, которая нам дает возможность познакомиться с чем-то новым. Нео-поп-арт – напоминание о двойственности всех вещей. И если хотите, лекарство от банального зрения, которое призывает следовать общепринятой системе видения мира. В этом убеждена художница Диана Мачулина, чье творчество относит к направлению нео-поп-арт. Искусство поп-арта обращается к низким жанрам. Комикс – один из таких. Как жанр появился в начале 20 века и использовался в качестве рекламы для привлечения мигрантов, плохо знавших английский. В Америке эволюционировал до культового явления. Темы и приемы комикса не однажды заимствовали поп-артисты, включая Энди Уорхола. Из наших художников эту традицию продолжает Георгий Острецов. Концептуализм. Концептуализм, апелляция к подсознанию и расшифровка знака изображения и переход просто от визуального к подсознательному восприятию вещей. Концепт – мысль, понятие. Концептуализм – художественное течение, которое возникает в середине 60-х, являясь реакцией на поп-арт. Концептуализмов ровно столько, сколько людей, себя к ним причисляющих. И каждый это по-своему интерпретирует, считают сами художники. Основоположник концептуализма Джозеф Кошут основное значение этого течения видел в коренном переосмыслении того, каким образом функционирует произведение искусства. Или как функционирует сама культура. Как может меняться смысл, даже если материал не меняется. Кое-кто, вероятно, помнит героя романа Марселя Пруста, для которого источником бесконечного количества ассоциаций стало обыкновенное пирожное.
проделав с помощью критиков и художников эксперимент по смакованию пресловутого пирожного с тем, чтобы понять, вызывает ли это какие-либо ассоциации, недейственный продукт был приговорен художником Вадимом Захаровым к расстрелу. Приговор привел в исполнение наемный снайпер в произведении «Убийство пирожного Мадлен». В русском восприятии концептуализм ассоциируется с нонконформизмом, с эпохой героизма и сопротивления. Художник-нонконформист осеян ореолом избранности, чуть ли не мученичества. Всего того, чего напрочь лишен художник дня сегодняшнего. Последний смирился с необходимостью бороться за существование и ежедневно ходить на работу в какой-нибудь офис. Арт, бизнес, консалтинг. Арт – это искусство. Бизнес – это реализация. Консалтинг – это общение. Это три составляющие занятия художника. Творческая часть, часть реализации и часть коммуникации. Сокращенно АБЦ. АБЦ – название группы, союза, целого проекта или даже поколения. Художники АБЦ не понаслышке знают, что такое бизнес. Поэтому, воспроизводя офисы в арт-пространствах, сигналят нам о слиянии двух жизненно важных процессов – художественного с коммерческим. Кроме всего прочего, арт-бизнес-консалтинг – это пространство новейших технологий и работы во всех жанрах – цифровой фотографии, видеоарта, перформанса. Список продолжает участница проекта АБЦ Наталья Стручкова. Нет арт. Нет арт. Сетевое искусство. Искусство, не существующее вне сети, вне интернета. Пиксель-арт. Искусство минимальных технологий в сети. Минимум технологий. Использование точки. Компьютерной точки. Вот на этой самой точке оставляем пространство компьютерных технологий и забрасываем свои сети в морские арт-глубины. Субмобиль. Субмобиль – это артистическая конструкция, которую я изобретаю и которые живут в воде. Они как бы нефункциональные художественные конструкции, которые должны жить в воде, и они служат только для того, чтобы на них смотреть. Это как бы такие полуподводные лодки, полукосмические корабли, полумедицинские какие-то препараты и так далее, и так далее. То есть это художественные подводные конструкции. Иногда это становится монументом, иногда артефактом на границе земли и моря. Здесь стоит напомнить, что современное искусство не занимается продолжением каких бы то ни было традиций. Это всегда новое из новейшего. И речь идет не только о технологиях. Речь идет о новых возможностях, новых экспериментах с чем-то привычным, что благодаря прикосновению художника приобретает новый смысл. Рекорд. Брэк-арт – это слово известного специалиста по русскому авангарду Джона Болта. Это он придумал это слово и первый раз его употребил в статье в журнале Art News после того, как я сделал акцию на Балтийском море и раскрашивая обломки затонувших кораблей, как бы воскрешая их.
То есть возвращая в план культуры жестом артистическим своим. Вот такое искусство погибших кораблей. Как бы оно называется. Ну, я иногда возвращаюсь к этому там на Клязьме. Я же там поднял старый пароход и призывал путешествовать на нем. Век это как бы кораблекрушение, скажем так. Искусство кораблекрушения. Бывший моряк, который, соответственно, относится к кораблю как к какому-то там объекту сложному. Мы же говорим, корабль умер, мы не говорим, машина умерла, а корабль умер, говорим. Потому что мы его одушевляем как бы. А я как бы воскрешаю обратно, когда уже никому не нужны эти обломки, затонувшие. Я вот возвращаю им жизнь, возвращаю их в план культуры. Девайс-арт. Бод. Жизнь. Яр. Короткое слово. Правда. Всего 5 букв. Но задача художника и состоит в том, чтобы наполнить его разными смыслами. Ля. Ция. Зайчики и ежики.